Всем привет из бисерного королевства «Зеленые птички», с вами Татьяна Захарова. 15,5 лет наш магазин растет, развивается вместе с вами. Кстати, напишите в комментариях, как долго вы знакомы с интернет-магазином greenbird.ru. Напишите, может быть, вы только что вообще увидели это видео, может быть, вы с нами год, два, может быть, кто-то 10 или вообще 15 с самого начала. Мне прям очень интересно, поделитесь в комментариях. Сейчас передо мной просто огромная масштабная работа предстоит, она прям встала такая, надвисла и говорит: «Таня, надо делать». Надо модернизировать сайт. Вы уже видели, да, мы в апреле этого года выпустили новый сайт, совершенно новый, переделанный. Мы перешли на новую систему учета товаров 1С. Мы сейчас обклеиваем в нашем шоуруме все штрих-кодами. В общем, растем, развиваемся, становимся более масштабными и обрастаем таким плотным, четким фундаментом, структурой, на которой будем дальше строить наше бисерное королевство. И мне, кстати, интересно, кто из вас заметил еще одно изменение, которое произошло некоторое время назад? Видели ли вы, что птичка, которая раньше была за мной, раньше была другой, не вот этой вот? Она же поменялась. Тоже напишите в комментариях, заметили ли вы подмену, или вы думали, что она здесь всегда такая была? Хочу рассказать вам про эту птицу, потому что она всегда на всех видео стоит, ну, на всех наших новых видео стоит, а я же ее даже и не представила. И эта зеленая птичка, которую сделала для нас наша покупательница Елизавета Челакиди из 10 тысяч кристаллов Сваровски. Ну давайте знакомиться, мадам. Вы такая шикарная, такая изысканная, такая элегантная. Откуда вы? Расскажите о себе. И я записала в свой личный инстаграм-сторис, в котором я выкладываю, что я вот-вот уже почти готова, вот сейчас вот возьму клей и как начну это все обклеивать. И нам написала Елизавета, наша подписчица, наша клиентка, которая сказала: «Таня, я мечтаю сделать это вместо тебя, пожалуйста, пожалуйста, разреши мне». И представляете, да, тут такая сидит Золушка, готовится перебирать гречку, обклеивать все это кристаллами, и тут кто-то входит и говорит: «Можно я это сделаю вместо тебя?» Как в Томми Сойере, помните? «Я хочу красить этот забор вместо тебя». Поэтому, когда Елизавета закончила эту грандиозную масштабную работу, мне очень сильно захотелось пригласить ее к нам в офис, поблагодарить ее лично и рассказать про нее вам, чтобы вы все знали, кто вообще стоит за вот этой птицей, что за мастер, что за талант, чьи руки сотворили такую красоту. Я приглашаю Елизавету сейчас к нам сюда, в эту студию, и она расскажет, как делалась эта птичка. У нас у птички произошел ребрендинг. Была птичка такая, а стала птичка сякая. И мне сейчас нужно заказать Сваровские кристаллы, чтобы обклеить новый логотип, вот так же сделать вот эту птицу, кристаллизировать. Ты заметила? Там птица-то другая. Я знаю, мы эту птицу ждали, я ждала. Мы ее модернизировали. Точно. Пока я, короче, собиралась ее клеить, мы ее модернизировали еще раз за эти два года. Ты прикинь? Да, потому что я ждала, я тоже удивилась. Я сейчас смотрю и понимаю, что эта птица-то не та. Значит, есть где-то третья. Когда мы начинали 15 лет назад, вот такой визуал был моднее. Узкий такой контур, тоненький. Просто, ну, видно, да, что это более такая олдскульная, что ли, да, тема. Раньше графические всякие штучки были такие, а сейчас вот для модернизации добавилась ей стабильность, добавились более такие толстые основательные линии. Ну и глаза. Блин, она меня ударила. Ну и глаза. Они стали более расслабленными, более веселыми. Она приняла все, что происходит в мире, и сказала, что все к деньгам. Все к известности, все к славе, все к счастью, к радости. Такая. Не могу не согласиться. Да. А здесь видно, что она напряжена. Она еще не оперилась, да? Не почувствовала, что она какая-то вот большая. Хотя на тот момент она была уже очень успешна. Да. Вот эту птицу первую делала я сама, и я делала это, ну, интуитивно практически. Две недели. Я прошла курс, ну как я посмотрела в интернете, я забила, как обклеивать стразами, и пошла по этой технике, когда ты заполняешь вот так вот по контуру. Контур заполнила, потом внутри него еще раз, еще раз, еще раз. То есть такая эта техника для использования, если у тебя кристаллы одного размера, то ты делаешь вот в этой технике. И если честно, я такая: уху, сейчас я сделаю эту птицу. А кстати, я же ее сделала для мероприятия, которое у нас
проходила при поддержке Сваровски в 2017, что ли, году. Надо посмотреть по архиву. Это я делала специально на конкурс. То есть у нас должен был быть финал большого конкурса, куда приезжали Изабель из Сваровски, еще кто-то. Короче, приезжали прям топовые люди из Сваровски специально на наше мероприятие сюда в Москву из Австрии. И там должен был быть фотограф, видеограф, вот это все. И я хотела, чтобы вот эту птицу, обклеенную кристаллами Сваровски, ну это какой-то так получается там коллаборация нас с мировым брендом, чтобы люди вот так вот ее брали и просто с ней фотались. Ну, это как... кажется, что это и было. Да, фотореквизит. Да. И мы снимали там видео красивые, конфетти посыпали. Да. У меня очень много, кстати, этих фоток. Серьезно, это очень большая работа. Это каждый кристалл взять отдельно пинцетиком или вот этим вот прилипалочкой, палочкой. Я хочу сказать, что это даже техника сложнее, чем эта, которую делала я. Потому что ты, конечно, начала лихо, наверняка не рассчитав, у тебя могло что-то не поместиться. Расскажи, сколько ты вообще ее делала? Вот моя где-то 2 недели, у тебя? Ну, я тоже делала примерно такое время, ну, я не сутками, естественно, сидела, да, у меня были перерывы, вот, но ты 2 недели там по сколько делала, по часику? Я не помню. Ну, я часа по два стабильно сидела 2 недели, может быть, даже чуть больше, потому что тут есть и SS3, SS5, 4, то есть тут от SS3 до SS34 использованы. Сколько всего размеров получается? Практически весь размерный ряд. Если оно не в одном цвете, то в другом присутствует. А сколько пачек, сколько кристаллов? Там в упаковке 1440 штук, да? Сколько ты упаковок? Ну, SS34 там поменьше. Вот. Сколько? Ну, примерно, ну, так, чтобы не уменьшить количество, то где-то от 8000 точно. 8000 кристаллов. Сокровище. А по деньгам? Ну, не меньше 50 тысяч. Прикинь. Да. Серьезно, да? Да. Как вообще она стала вот такой вот улыбающейся? У нас стала задача сделать вывеску для шоурума. Угу. Неоновую. Мы захотели повесить неоновую вывеску для шоурума. А те, кто делает неоновые вывески, там невозможно сделать вот такой вот круг. Ну вот именно вот точку, да? Неон – это линии, неон – это линии. И тогда они пересмотрели эту птицу, ну решили, давай мы сделаем ей просто вот такие вот глаза, чисто для того, чтобы ее можно было сделать в неоне. Спасибо тебе большое. Вам за вдохновение, за все, что вы делаете для рукодельного мира, это очень ценно. Спасибо тебе большое. Нужно сказать, что в Гринберт еще есть кристаллы Сваровские. Если кто хочет заказать себе... Подожди, они называются австрийские кристаллы. Австрийские кристаллы самого лучшего качества еще есть в магазине, и поэтому, если кто хочет себе вывеску, да, они же могут приобрести, а мы сделаем. Да, вывеску. Да. Кстати, да, обращайтесь к Елизавете, мы оставим все контакты в описании под этим видео, оставим ее социальные сети, все, что она посчитает нужным, все напишем. Обращайтесь к ней, подписывайтесь на нее, она проводит мастер-классы, рассказывает, как делать такую красоту. Спасибо тебе большое, спасибо, что пришла, спасибо большое за эту птицу, а вам большое спасибо за лайки, за то, что вы подписались на наш канал и рассказали о нам всем вашим друзьям. Возвращайтесь к нам совсем скоро, будут еще новые видео и мастер-классы, и обзоры, и вот такие вот видео, как сейчас, где мы будем рассказывать, как, что у нас происходит. В общем, не уходите далеко, спасибо за то, что досмотрели это до конца, пока-пока! Птицы так будут летать, как по традиции, они там, конечно, танцуют. Давай вместе, да? Давай.